Здравствуйте! В последнее время здоровье известного фигуриста Петра Чернышова вызывает серьезные опасения у его близких и коллег. Несмотря на тяжелую болезнь супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, Петр продолжает много работать, что может привести к нежелательным последствиям для его собственного здоровья. Ситуацию прокомментировала Татьяна Навка в интервью для Надежды Стрелец. По ее словам, Чернышов заметно потерял в весе, и лишь работа позволяет ему находить временный покой. Однако такой способ справляться со стрессом и горем может иметь серьезные последствия. Андрей Сберовский, специалист по психологическому здоровью, подчеркнул важность умеренности в работе и необходимость заботы о себе. Он предостерегает: близкие люди сильно страдают, и если они будут изнурять себя чрезмерно физически или психологически, то тоже могут заболеть. Бывает, человек разбивается в лепешку и сам заканчивает жизнь еще раньше. Сберовский также добавил, что ненормированный рабочий график и отсутствие должного отдыха могут привести к синдрому выгорания. Если режим отдыха не соблюдается, и человек начинает работать по 14 часов в день, то он сам сгорит за полгода или год, пояснил он. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Thank you.